Березовский район по праву можно назвать кладезем талантов людей, здесь проживающих. Но, как известно, природные дарования трудно представить без их развития, совершенствования, доведения до высот истинного мастерства. Березовская школа искусств, вне сомнений, именно такая кузница качественного творческого образования. А все началось с августа 1962 года, когда на средства геолого-разведочной экспедиции была построена детская музыкальная школа на 50 учащихся в поселке Березово, причем одна из первых в Ханты-Мансийском автономном округе. А спустя 17 лет учебное заведение разместилось в историческом здании в доме купца Плеханова по соседству с общеобразовательными школами поселка. В связи с открытием хореографического и художественного отделений в 1997 году детская музыкальная школа переименована в детскую школу искусств. Несмотря на относительно небольшую, но богатую историю, как считают педагоги и ученики, 2003 год стал по-настоящему переломным этапом в развитии детского творческого образования. Благодаря стараниям администрации Березовского района при поддержке правительства Югры школа отпраздновала новоселье в новом типовом здании, построенном по специальному проекту. Конечно же, возникла необходимость в новом, красивом, просторном, специализированном здании детской школы искусств. И вот такая наша мечта осуществилась. И сегодня мы встречаем 50-летие нашей школы в красивом, уютном, современном, очень хорошо оборудованном здании. Мы очень рады всегда принимать здесь наших замечательных детей, гостей со всех уголков нашей страны. Березовскую школу искусств трудно представить без учителей и учащихся. На сегодняшний день здесь постигает прекрасное более 400 детей под руководством 29 преподавателей, считающих, что искусство, которому они обучают ребят, должно научить их выражать свое чувство в звуках, красках, движениях, должно стать их собственным достоянием, научить дарить прекрасное людям. Наша школа в числе первых оказывает очень широкий спектр образовательных услуг. Более чем по 12 специальностям имеют возможность обучаться наши дети в нашей школе искусств. В Березовской школе искусств работают как уже традиционные, так и сравнительно молодые отделения. Среди последних, пожалуй, можно отметить художественное. Основные направления в ее работе – рисунок и живопись. Необходимо поддерживать и развивать детское желание самовыражаться, считают педагоги художественного отделения. Ведь изобразительное искусство тем замечательно, что мысли, обычно невидимые, в нем оказываются видимы, превратившись в изображение. Если человек с детства воспитан на предметах любви к близким, родному краю, то его работы обязательно найдут теплый отклик у зрителя. Говоря о музыкальном отделении, следует подчеркнуть, что оно предоставляет возможность выбора как вокально-хоровому мастерству, так и исполнительству на академических и народных инструментах – баяне, аккордеоне, домре, гитаре. 18 профессиональных музыкантов своей педагогической деятельностью осуществляют воспитательно-образовательный процесс на пути к высоким достижениям. Не один десяток лет наращивает серьезный пианистический опыт фортепианное отделение школы. Конечно же, школа всегда гордится успехами и достижениями своих учащихся. Наши учащиеся преподаватели очень активно участвуют в конкурсах различного уровня. У нас есть достижения, лауреаты и дипломанты международных, российских, окружных, районных, региональных конкурсов. Это, конечно же, труд большой детей и их преподавателей. Ведя речь о музыке, нельзя не подчеркнуть, что неоценимый вклад в развитие Березовской детской школы искусств внесло появление класса скрипки. Эта музыка стала занимать значительное место в концертной жизни школы. Ансамбль скрипачей обогащает школьный исполнительский репертуар мелодичной искренней музыкой, такой же прекрасной, как и извлекаемый из народных инструментов музыкального отделения, самого концертирующего в Березовской школе искусств, так как имеет различные составы детских и педагогических творческих коллективов.
За все прошлое и настоящее Березовской школы искусств самое многочисленное хореографическое отделение. И это неудивительно. Творческий подход, энтузиазм и педагогическое мастерство дают детям возможность прикоснуться к богатству танцевального искусства. Высшей точкой самовыражения плодотворного труда учащихся и педагогов явилось участие в окружных конкурсах хореографических коллективов и исполнителей детских школ искусств в городах Нижневартовске и Сургуте, где они стали лауреатами и дипломантами. Говоря о музыкальном творчестве, нельзя не упомянуть и о хоровом отделении. Ведь хоровое пение развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает музыкальный кругозор, способствует повышению культурного уровня, формированию эстетических вкусов. В коллективах создана должная атмосфера творчества и ответственность каждого за результаты общего дела. Хорошее владение голосом раскрывает перед музыкантами большие перспективы, так как голос является естественным человеческим инструментом. Березовской детской школе искусств полвека. Много это или мало – вопрос риторический. В масштабах вселенной – капля. В истории района, пожалуй, цифра значительная. Говоря словами Фрэнсиса Бэкона, несомненно одно. Путь искусства похож на Млечный, состоящий, как известно, из бесконечного множества мелких звезд, которые в массе своей разливают свет.